Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Мария Рудая. Сегодня у нас в гостях Сергей Потапов, главный эксперт по медико-социальной экспертизе Рязанской области. Сергей Викторович, здравствуйте! Добрый день! Ну, скажите, пожалуйста, недавно вступили в силу изменения в правила признания лица инвалидом. Что это за изменения? Да, действительно, правительством России принято постановление номер 339, которое внесло некоторые изменения в правила признания лица инвалидом. В основном они касаются конкретизации случаев, в каких и когда случаях инвалидность может быть установлена бессрочно, то есть без установления срока переосвидетельствования. Скажите, а что это за случаи? Если ранее в ИТАКа были правила наговаривали несколько позиций. Во-первых, действовал перечень, согласно которому инвалидность должна устанавливаться не позднее 2 лет с момента первичного признания гражданина инвалидом. Теперь, помимо данного перечня, вступил в действие перечень, в котором указаны случаи, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном освидетельствовании, а также устанавливается до 18 лет категория «ребенок-инвалид». Также был принят перечень случаев, в которых детям инвалидность, то есть категория «ребенок-инвалид», устанавливается на 5 лет и до 14 лет. Также были изменены основания для проведения заочной медико-социальной экспертизы. В частности, был утвержден перечень случаев, когда инвалидность устанавливается заочно, то есть без явки гражданина в безусловном порядке. Что это за случаи? Ну, это, наверное, совсем не ходячие больные, да? Ну, перечень, соответственно, включает тяжелую патологию, которая делает невозможной явку больного для проведения МСЭ непосредственно в бюро. Надо сказать, что заочная медико-социальная экспертиза была предусмотрена и прежней редакцией правил. В частности, гражданину медико-социальная экспертиза проводилась в бюро. Это был первый случай. Второй случай – в стационаре при нахождении на лечении. Третий случай – на дому по заключению лечебного учреждения, когда состояние здоровья не позволяло прибыть в бюро медико-социальной экспертизы, либо заочно по решению соответствующего бюро. Но случаи, в которых экспертиза должна проводиться заочно, не оговаривались. Теперь новая редакция устанавливается. Во-первых, перечень заболеваний, при наличии которых экспертиза должна проводиться строго по документам. В этот перечень включены в основном тяжелые патологии, когда гражданин практически не может покинуть пределы собственной квартиры. И также оговорены условия, что в каких случаях вообще предусмотрено проведение заочной экспертизы. Здесь можно говорить, во-первых, о том, что учтены те случаи, когда гражданин не может явиться в бюро по причине отдаленности места проживания либо резкого затруднения транспортного сообщения. Также, когда реабилитационные мероприятия не привели к каким-то более-менее результатам. И также, соответственно, вот по указанному перечню. Скажите, мы заболевания можем с вами перечислить? Там не даны конкретные заболевания, там даны функциональные нарушения, которым приводит целый ряд заболеваний. Это, например, заболевание дыхательной системы, сопровождающей дыхательную недостаточность 3-й степени, в сочетании с недостаточной болезнью кровообращения 2-й степени. Это заболевание, соответственно, сердечно-сосудистой системы, сопровождающейся тяжелой дыхательной патологией. Это могут быть тяжелые заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, при которых резко нарушена способность к самостоятельному передвижению. То есть это целый ряд довольно широкий заболеваний последствий травм и дефектов, которые приводят к стойким, значительно выраженным нарушениям, в первую очередь, функции, которые связаны с движением. Сергей Викторович, в новой редакции правил признания лица инвалидом еще расширили также список заболеваний. Перечень достаточно обширный, я просто хотел бы дать общую характеристику. Это случаи, когда перспектив улучшения состояния больного уже нет. Здесь учитывается
не только, конечно, сама по себе какое-то заболевание, либо последствия травмы, а также тяжесть течения и, соответственно, прогноз. Скажите, ну вот здесь в этом как раз списке указано одно из заболеваний – это синдром Дауна. Что, раньше разве он не входил в список заболеваний, при котором дают инвалидность? Вот если говорить про синдром Дауна, то сейчас само по себе наличие синдрома Дауна дает основание установления категории «ребенок-инвалид» до 18 лет. Ранее подобное в прежних правилах, классификациях, критериях отсутствовало. То есть все, безусловно, дети, которым установлен данный синдром, должны теперь признаваться до 18 лет с категории «ребенок-инвалид». После чего будет, наверное, бессрочная группа даваться, да? Да, потому что продолжают действовать другие случаи установления инвалидности бессрочно при проведении переосвидетельствования, но это будет уже после достижения 18 лет. Так как категория «ребенок-инвалид» она единая, она не подразумевает деление на группы. А после достижения 18 лет будет установлена одна из трех групп инвалидности в соответствии от тяжести проявления заболевания. Вот по поводу трудовой деятельности. Скажите, вот инвалиды, у которых первая, вторая или третья группа, они вообще могут работать по закону? По Конституции у нас всем, в том числе инвалидам, гарантировано право на труд. Сейчас возможность, невозможность осуществлять трудовую деятельность не является как бы единственным критерием установления инвалидности. То есть инвалиды, в том числе первой группы, имеют право работать, но, соответственно, с определенными ограничениями. То есть, если инвалиды третьей группы могут работать в обычных производственных условиях, инвалиды второй группы, как правило, в обычных или специально созданных, то инвалиды первой группы делятся на две части. Первая, которым трудовая деятельность вообще любая противопоказана из-за состояния здоровья. Вторая, которые могут осуществлять трудовую деятельность, в том числе с помощью других лиц. Соответственно, конечно, возможность осуществлять трудовую деятельность, оно каким-то образом характеризует состояние больного. Да, состояние организма, степень нарушенной функции и так далее. Но это, конечно, не абсолютно. То есть мы знаем, что у нас многие работают люди с ампутацией конечностей, слепые и так далее. То есть и наличие, то, что они занимаются трудовой деятельностью, это наоборот сейчас приветствуется. То есть и помимо всего прочего, мероприятия реабилитационные направлены на возврат инвалидов в трудовую деятельность, соответственно, создавая им определенные условия, которые позволяют им на равных конкурировать со здоровыми людьми. То есть какие-то условия социализации создаются, правильно? Это несомненно, это и есть основная, в общем-то, смысл не просто признать инвалидом, это смысл помочь путем проведения реабилитационных мероприятий восстановить свой социальный статус и найти опять свое место в жизни. То есть не выпасть из среды, а вернуться в нее. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, с категории ребенок-инвалид до 18 лет понятно, что после этого им дают бессрочную уже группу. А как быть со взрослыми? Кто может рассчитывать на бессрочную группу? Здесь несколько факторов. Во-первых, какие-то необратимые изменения. Самые яркие, например, неизлечимая слепота. В настоящие критерии добавлена глухота. Отсутствие там конечностей на определенных уровнях. И также другие стойкие заболевания. Это может быть тяжелые последствия инсульта, когда реабилитационные мероприятия уже неэффективны. Очень широкий спектр заболеваний, но, как правило, когда имеются стойкие, значительно выраженные или выраженные нарушения функций. Скажите, допустим, человек болеет много лет, да, и что он, например, хочет получить инвалидность, куда ему обратиться? Это должен быть врач лечащий, терапевт или врач-специалист? Куда ему в первую очередь идти? Как правило, установление признаков инвалидности возлагается на те учреждения здравоохранения, в которых гражданин постоянно лечится и наблюдается. Если говорить по-простому, то лечащий врач обязан выявить признаки инвалидности. Дальше при лечебных учреждениях, например, поликлиниках, существует врачебная комиссия, которая принимает решение
о направлении на медико-социальную экспертизу после проведения необходимых диагностических и реабилитационно-восстановительных мероприятий. После чего человек уже может к вам прийти в ваш центр, правильно? После этого выдается документ под названием «Направление на медико-социальную экспертизу организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь». Этот документ утвержден приказом Минздрава и содержит о себе основные сведения о гражданине. Во-первых, паспортные данные, историю заболевания, жалобы и результаты проведенных исследований, обследований, а также тот диагноз, который установлен. Уже непосредственно с этим направлением гражданин обращается к нам, либо его законный, либо уполномоченный представитель, представляет документ, удостоверяющий личность, и собственноручно пишет заявление с просьбой провести медико-социальную экспертизу, поскольку медико-социальная экспертиза у нас носит заявительный характер, и вне воли гражданина, либо его законного представителя не может быть проведена. Скажите, если человек не может прийти к вам, то заявление он как-то может по интернету, по почте, каким-то образом еще к вам направить? Ну, вот у нас предусмотрено несколько способов, как можно обратиться на медико-социальную экспертизу. Кроме личной явки, это курьером, это, соответственно, почтовым отправлением, а заявление на медико-социальную экспертизу можно подать, воспользовавшись порталом государственных услуг. Направление на медико-социальную экспертизу в ближайшее время уже будет представляться в учреждении МСЭ, учреждениями здравоохранения в электронном виде, то есть оно будет по защищенным каналам и, соответственно, будет заверено электронной цифровой подписью. Я хотел бы еще остановиться на вопросах, которые достаточно часто поступают в наш адрес. Первый вопрос такой. Соответственно, когда возникает ситуация, когда гражданину отказывают в выдаче оформления направления на медико-социальную экспертизу, а он считает себя больным, то есть считает, что у него налицо признаки инвалидности. В этом случае правила признания лица инвалида предусматривают возможность самостоятельного обращения гражданина в нашу службу, но при этом из лечебного учреждения должна быть представлена справка или заключение о том, что гражданину отказано в оформлении направления на медико-социальную экспертизу. То есть, по сути, эта справка будет являться документом, который будет замещать направление на медико-социальную экспертизу. И дальше будет проводиться экспертиза. Скажите, а если человек вот взял справку о том, что ему отказано в направлении, каковы у него шансы все-таки, что в вашем ведомстве его признают инвалидом? Ну, то есть врач, наверное, не просто так справку-то эту не дает? Если ответить честно, то шанс, конечно, есть. У нас были случаи, конечно, когда и не признавали, и были случаи, когда признавали. Есть ли у граждан какая-то возможность обжаловать решение, если они с ним не согласны? Да, правила признания лица инвалидом детально описывают то, как должно быть обжаловано решение учреждения МСЭ. То есть у нас трехступенчатая система медико-социальная экспертиза. Два этапа представлены в регионе. Это бюро и экспертные составы главного бюро. И третий этап – это Федеральное бюро медико-социальной экспертизы, которое находится в Москве. Решение первичного бюро может быть обжаловано гражданином либо его представителем, законным или уполномоченным, в месячный срок на основании письменного заявления. Заявление должно быть подано либо в бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо непосредственно в главное бюро. Решение экспертного состава главного бюро может быть обжаловано в федеральное бюро точно так же в течение месяца путем подачи письменного заявления либо в главное бюро, либо непосредственно в федеральное бюро. Сергей Викторович, спасибо большое за то, что нашли время, пришли к нам сегодня, ответили на эти вопросы. Я думаю, что эта информация будет полезна многим жителям нашего города. Спасибо большое, что вы пригласили меня в свою студию. Я надеюсь, что мы обязательно еще встретимся, если будут какие-то изменения в плане проведения медико-социальной экспертизы. Мы рады будем их озвучить. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город».